Здравствуйте, приветствую вас на канале Мой Сад. И сегодня я хотела показать, что в нашем светофоре на 5-й Кировской 71 появились луковичные. Ну вот здесь я вижу тюльпаны, но перечислен еще алиум, хионодокса, крокус и орнитогалюм. Вот первый раз вообще даже слышу такие луковичные. Ну вот, настала пора их высадки. Я себе уже взяла, обожаю красные тюльпаны. И маме подарила. Луковички отличные. Вот такие, по 5 луковичек. Можно выбрать, какой вам цвет хочется. Вот такой еще есть сиреневый. Вот такой бакаловидный, лилий цветный, как лилии. Высота прописана какая. Ну, желтеньких я бы еще купила себе, сейчас тоже возьму. Ну вот, приходите в светофор, приобретайте красоту.